пятницу у дома Ахтема Чийгоза состоится молебен. Об этом сообщил замглавы Меджлиса Эльби Умеров. Дуа за скорейшее возвращение из тюрьмы начнут в 18 часов в 7-м микрорайоне Бахчисарая у дома заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза. Он фигурант дела 26 февраля. Оккупанты инкриминируют Чийгозу организацию массовых беспорядков, за что предусмотрено лишение свободы сроком на 10 лет. Сейчас Ахтем Чийгоз, Мустафа Дегерминджи и Али Асанов находятся в СИЗО. Члены Бахчисарайского регионального меджлиса вышли с инициативой провести около каждого или у каждого крымского татарина, который находится в застенках оккупационной власти, провести молебен. Один молебен мы уже провели около дома Эрвина Ибрагимова, который похищен 24 мая, уже около месяца назад. И теперь решили провести молебны около 4 крымских татар, которые арестованы, но являются бахчисарайцами. А начать решили с заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза, который живет в 7-м микрорайоне города Бахчисарая, молебном или дуа, который пройдет завтра в 18 часов во дворе дома Ахтема Чийгоза. Я приглашаю всех, кто имеет возможность там быть, поприсутствовать на этом дуа. Это покажет, во-первых, людям не безразлична судьба своих лидеров, которые находятся в застенках, и, во-вторых, покажет наше единство и стремление быть едиными.